Где круглый год продаются красивые, стильные на любую фигуру шубки, да еще с очень хорошей скидкой. Также сегодня в программе вы узнаете, как выгодно, без ущерба для кошелька, обновить свой гардероб к весеннему сезону. Где можно найти новые брендовые вещи без наценок по очень привлекательным ценам. И получить дополнительный доход с реализацией изделий хорошего качества от шубки до детской коляски. Большое разнообразие шуб и низкие цены на них можно точно увидеть в магазине комиссионного формата. Например, поперечная норковая модель в стиле Шанель стоит в пределах 50 тысяч рублей. Елена давно мечтала о новой шубке и выбрала для себя оригинальный вариант 52 размера. Я давно мечтала о норковой шубке, и мне подруга посоветовала комиссионный магазин, и я была приятно удивлена разнообразием товара, качеством товара и ценами. Я себе присмотрела норку с рысью стоимостью около 50 тысяч рублей. Еще нашей героине приглянулась дизайнерская белая норка, декорированная кружевом и узорами. Отличительные особенности магазина комиссионного формата – низкие цены. Выгодно реализуются меховые изделия, новые вещи известных брендов, которые остались после закрытия модных бутиков и магазинов. Еще один плюс магазина комиссионного формата – шубки принимаются на реализацию круглый год. Можно выгодно сдать изделия из механорки, лисы, соболя, бобра. И, соответственно, для тех, кто хочет обновить свой гардероб, выгодно купить в любое время года шубку своей мечты. Белая норка с лисой – роскошная, теплая, стоимость весьма подходящая – в пределах 50 тысяч. А кто-то, возможно, мечтает о царской шубке из соболиного меха. Очень востребованный вариант с длиной 90 сантиметров. Идеально подходит для поездок в автомобиле. Ангелина, перемерив несколько вариантов, решила остановиться на дизайнерской шубке «Норка с рысью». Получился роскошный образ за доступные деньги. В этой шубке я нашла идеальное сочетание цены и качества. Сидит просто великолепно. А на весну я себе присмотрела еще вот это пальто с мехом лисы. Нашей героине очень повезло сразу в одном месте выбрать брендовое пальто и оригинальную шубку. Действительно, ассортимент разнообразный. Дубленки на любой вкус и размер. Укороченные модели пользуются особой популярностью. Уже сейчас возрастает спрос на качественную демисезонную одежду. Елене приглянулось пальто из шерсти альпаки. Также выгодно принимается и реализуется мужская одежда хорошего качества. Можно выбрать или принести детские вещи, очень востребованные комбинезоны. Кроме этого, в магазин комиссионного формата можно сдать на реализации или купить коляски, кроватки, автокресла по очень привлекательным ценам. Приобрести детскую и взрослую одежду хорошего качества за небольшие деньги, а также сдать на реализацию вещи и меховые изделия можно в магазине «Модный комиссионный маркет» на Молокова 1, корпус 1. Телефон 275 15 85.